Идея Валентиновна – одна из самых активных в городе ветеранов. Ее знает каждый школьник. В свои 93 года находит силы и время, чтобы проводить для школьников уроки мужества. Идея Морозова в собственной квартире создала музей истории Великой Отечественной войны. Принимала Идея Валентиновна участие и в создании этого школьного музея боевой славы. Экскурсии здесь проводят сами ученики 16-й гимназии. Мы чувствуем ответственность, которая передается нам, чтобы мы не совершили, чтобы мир был во всем мире. И когда рассказывают об этих ужасах войны, становится как-то не по себе. Дрожь проходит по всему телу. За ветеранов, конечно, гордость, что они подарили нам мир, и мы гордимся ими. Уроки мужества со школьниками не проходят даром, говорит Идея Валентиновна. Ребята осознают весь трагизм Великой Отечественной. И это читается между строк. Самое лучшее и дорогое – Родина. Горе твое – это наше горе – Родина. Правда твоя – это наша правда – Родина. Слава твоя – это наша слава – Родина. Огромную пользу, уверена Идея Валентиновна, детям принесет и ее новая книга «Золотая слава Кубани». На 156 страницах ветеран Великой Отечественной «Сестра милосердия» изложила историю Кубани времен войны. Эта работа заняла первое место на краевом конкурсе по военно-патриотическому воспитанию на приз имени маршала Жукова. Я решила, что этот альбом должен быть использован всеми школами нашего города, всеми молодежью, чтобы молодежь не забывала. Страшное время наступило, я считаю, когда врываются в нашу историю и начинают ее выворачивать наизнанку. Историю надо хранить. Поэтому я вот и делаю это все, материалы и встречи. Управление по образованию и науке города приняло решение перевести книгу в электронный вариант и передать страницы истории Кубани, написанные Идеей Морозовой, во все образовательные учреждения Сочи.